Пару часов назад в Кангаласах грузовик врезался в жилой дом. В результате ДТП на улице Лесная автомобиль МАЗ заблокировал входную дверь частного дома, в котором находилась хозяйка. Прибывшие на место пожарные выяснили, что автомобиль, груженный гусеничным экскаватором, не смог подняться в горку и скатился вниз, врезавшись в ограду жилого дома. В результате экскаватор соскользнул с погрузочной платформы и повредил веранду дома. Пожарные эвакуировали заблокированную в доме женщину через окно. В результате инцидента никто не пострадал.